Итак, привет, дружище, усаживайся поудобнее, елки-палки, у нас сегодня выпуск про пельмени, многие из вас ждали, но я надеюсь, по крайней мере, кто ждал, поставьте лайк, и если вы вдруг пропустили какое-то видео, связанное с пельменями, ёпта, есть отдельный плейлист по прокачке аккаунта с нуля, пельмень, туда переходим, смотрим, и все будет хорошо. Что-то я сам себя не слышу, а нет. Сейчас нормально, все хорошо, все слышу. Короче, видео выходит, как обычно, поздно. Я не знаю, у меня что 7 пятниц, короче, на неделе, или 7 понедельников, не знаю. Сегодня снова у меня глаз потек, и как бы очень трудно в таком состоянии записывать видео. А что я такой темный получился? Или я нормальный? Не знаю, или я уже плохо вижу, не знаю. Ну-ка, дай-ка я посмотрю, что. Не, вроде нормально все у меня с освещением. Вроде бы все хорошо. Да, ведь я думал сегодня, короче, взять и прокачать какого-то очередного героя, но вышло обновление на Тайване, на которое я не записал обзор, потому что у меня нету аккаунта никакого подходящего, все профукал, да, потому если у вас есть какой-то прокачанный аккаунт на Тайване, вы готовы предоставлять его для обзора, то где-нибудь мне напишите, ребята, сразу зайду, короче, у себя в BlueStacks и его заведу, потому что, как бы, у меня там начальный аккаунт, обзор там особо не попилишь, но с обзором мы подождем, пока он, скажем так, обновление не придет на русский сервер. Когда оно придет, я тогда уже сделаю обзор, потому что там есть интересные вещи, и, возможно, это будет первый обзор, о котором я буду отзываться положительно, но не суть. Сейчас мне нету смысла никакого брать, кому-то делать там вторые эволюции и так далее. Лишь по той причине, ребята, что, грубо говоря, там знаете, что сделают? Там уменьшат этот порог золота, да, для, скажем так, перевода со 180 уровня на 200. То есть что получается? Раньше это надо было 5 миллионов заплатить, да, и вы сами знаете, хранилища качаются медленно, тебе каждый раз нужно было сувать самоцветы в это дело. После обновления будет хватать 1,5 миллиона. То есть я спокойно могу просто там раскачать свой аккаунт. Смысл мне сейчас тратить самоцветы. Хотя у меня уже хранилище, как вы видите, вмещают 3 миллиона золота и 2,5 миллиона маны. Сегодня чем позанимаемся? Сегодня как бы откроем ништяки, пройдемся по локациям, посмотрим, что из этого получится. Ну давай тогда начнем с ништяков. Сходим в локи, которые не были, кстати, да, с обновлением. Появится смысл фармить локации разные, да, то есть будем пытаться. Кстати, можно сегодня попробовать какую-нибудь волну пройти. Вот, у меня здания какие-то подкачались. Почему бы и не да? Ну, короче, чем-то сегодня займемся. Ваших 10-15 минут времени возьму, потрачу. И также приглашу вас сегодня на стрим. Сегодня будет стрим по GTA 5 RP. У вас недостаточно места на складе. Короче, надо расчехлять места, а то как-то очень грустно получается. Вот, посмотрим, что у нас получится. Кто вчера запустил стрим, позавчера, короче, люди приходят, просят, когда там GTA, ну вот сегодня GTA, что-нибудь там попытаюсь поделать, что-нибудь там поковырять, смотри, сколько у меня значков почета, какой я крутой, ордена тоже можно расчехлить, а я даже их все на максимум расчехлить не могу, но по факту мне нужны КГшки, да, вроде обновление выйдет, я смогу дофига кого качать. Ну, с другой стороны, у меня есть сущности мастера, но они тоже очень быстро улетят. Ну, будем смотреть, ребят, будем думать. Так, угу. Давай, ну отсюда нам никого не надо. Нам вообще как бы с этих карточек особо никого не надо. Так, это мы открыли. Вот, стрелка получили, хотя стрелок... Ну ничего, повторки нормально, пригодятся. Потому что, как бы, чё бы и не да. Так, тут мы книжечки получаем, опять же, значки почета, опять же, получаем слизи, они нам пригодятся, так, это мы тоже расчехляем, так, мешок с эмблемой Prime 7 уровня, вот это вот реально очень хорошо, и нам воодушевление упало, по сути, из всего этого для нас ценно только воодушевление, потому что остальное, ну, прям печеньки, короче, нафиг ненужная херобора. Так, идем дальше, не останавливаемся, дружище. Так, тут мы тоже расчехляем. А, еще надо по поводу гильдии будет поговорить. Я считаю, последний месяц как бы не особо активно играл, вы сами видели. В гильдии у нас ребята подраспустились. Я смотрю, многие, кто не ходит в БГ, кикну всех нахер. Если их еще до этого момента не кикнули. То есть, ну, мне типа плевать там, сколько у нас будет людей. Пускай хоть 5 человек останется.
Будем смотреть, да, как бы, если вы ищете гильдию, и если вы играете без доната, у вас нету ни одного задоначенного рубля, друзья, то, как бы, ждем вас в дурке. Ну, сейчас зайдем, посмотрим. Смотри, фишка какая. Что нам отсюда надо? Ну, мастер рун. Давай уже, когда-то ты должен выпасть. Но нет, выпадает хладный призрак. Еще, видишь, непонятно. Надо, я не знаю, все-таки устроить, возможно, чистку допов. Хотя я там потратился, конечно, на допов. Взять, устроить чистку допов и снова, ну, попытаться поначалу идти по пути, когда просто открывать все разновидности героев. Потому что так очень путаешься, непонятно, какие герои открыты, а какие герои, грубо говоря, не открыты. Короче, надо будет смотреть, надо будет решать, надо будет думать. Вот, ну, как бы, тогда сила упадет, опять же, да. То есть, ну, я тут уже запутался, какие у меня герои есть, каких у меня героев нету. Вот, и... Хотя у меня не так уж и много допов. Но если кто-то подскажет в комментариях, какого героя я еще не распаковал. Но, опять же, это, наверное, надо на стримах делать. Так, ладно, ништяки мы открыли. Так, тут еще вот это добро появилось, да? Вот это добро появилось. Золотишко. Золотишко у нас есть, да? Мана. Так, а дальше. Дальше. Подожди, у нас там расстановочки. Где-то, как они делались-то эти расстановки? А, подожди. Вот сюда заходим, дурка. 73 человека. Да, у нас еще никого не кикали. Надо будет заняться, я не знаю, или на стриме кикать, или что. Короче, надо решать вопрос. Подожди, сегодня какой у нас день недели? У нас сегодня вторник. Короче, может, завтра тогда кикну. Там, конечно, люди не попадут на следующую БГ, да, но я так понимаю, там, может, кто-то просто перестал играть, забил, и, ну, если они у нас БГ не прошли, значит, им, как бы, на БГ абсолютно плевать, и тогда, в принципе, там можно и не париться. Что у нас тут, смотри, этот чувак перестал играть, Вульфик перестал играть, Клоун перестал играть, вот, так. Три свободных места. Дальше. Короче, ребзя, набор открыт. Я думаю, что сделаем так. Прием от 130 тысяч силы. Даже если у вас 500 тысяч силы, но вы без доната, я думаю... Ай, мой глаз! Мой шоколадный глаз, хотел сказать я. Короче, сделаем, да, уже не будем париться с этими вот качелями от 130 тысяч силы. Если у вас даже 500 тысяч силы и вы без доната, то тогда примем, короче. Так. Дальше, что хотелось бы отметить. По поводу гильдии я вам рассказал. Ну, просто мне надо это видео записать было, чтобы раздуплиться, чтобы понимать, короче, куда мы с пельменем двигаемся дальше. Так, ну, есть у нас мана. Это значит, что надо продолжать прокачивать просвет. Ну, вот, давай это сделаем тыкве. Ну, видишь, тут как бы проблемки. Ага. Ага, конечно, нас надо сразу забайтить на то, чтобы мы взяли, да, и мы взяли и что-то купили. Но нет, мы не поддадимся на уговоры разработчиков. Ага. Облик получен. А тут даже улучшить могу, да? Ничего себе. Ну, вряд ли я там остальные какие-то могу улучшить, но тем не менее. Облики, друзья, это хорошо. Так, ждем. Ага, подожди, это что? А, это потратить нужное количество самоцветов. Ну, допустим, у меня 10 тысяч, я потрачу и, как бы, как обычно, получу говно. Какой тогда, грубо говоря, смысл мне, друзья, это все добро, ну, тратить? Так, ладно, что я хотел еще проверить? Расстановку. Так, это у нас, ёлки-палки, испытание смотрителя, но это ладно. Пока что нам не до этого. Тут я смотрителя не пройду. У меня не получалось проходить, ну давай. Вот так вот. Ну, как бы еще не все герои прокачаны, а те, что есть, ну, недостаточно прокачаны. Видишь, здесь как-то сразу мы отлетаем. А может, и не отлетим. Хотя нет, я думаю, отлетим. Мы не так давно пытались, а герои у меня с этого времени, грубо говоря, не особо поменялись. Ладно, с этим мы потом. Это мы потом качнем.
Дальше. Тут еще ништяки, но это полная ерунда. Расстановку надо поменять. Вот она, наконец-то. Вот, и даже таблеточку могу взять, куда-то поставить. Вот так вот. У нас появилась таблетка. А это значит, что мы сейчас можем взять и легко пройти что-нибудь. Так. 11 уровня. Окей. Сохранить. Так, выйти. Ну, вот такая наша неказистая расстановка. Если раньше, знаете, расстановки имели огромнейшее значение, да, там, для прохождения каких-то волн, то сейчас, как вы понимаете, все это полная ерунда. Ну, и мне бы воодушевление, наверное, там, хотя бы на этого дурачка поставить. Воодушевление 7 я не могу поставить. Ну, зато могу 5 поставить. А, кто там еще? Некроз. На Анубисе есть воодушевление? Да. Ну, два героя с воодушевлением. Давай волна АА. Ну, мы вроде даже как бы и в прошлый раз могли пройти, но у нас вышатывали здание. Посмотрим, что сейчас получится. Слушай, пятое воодушевление тоже неплохо. Когда-то пятое воодушевление было топчиком. Ради него тратили огромнейшее количество денег. Сейчас, видите, на молодых аккаунтах и бесплатно. И как бы считается, что это не топ. Слушай, ну, с космо, конечно, да, тут базара ноль, особенно когда у него воодушевление. Очень классно все получается, а четвертую прошли. Пятая. Так, демон. Ну, тут по поводу демона большие вопросы. Может быть, даже тыква, типа, понадобится, чтобы его вырубить. Ну, не знаю. Его видишь, жестко станет космо. Ну, не, нормально. Если сейчас демон дойдет, грубо говоря, до остальных героев, вот его уже космо может лупить, его еще кто-то лупит. И как бы у нас все получается, мы проходим АА пятую волну, друзья. Ну это круто, давай дальше. Начать. АБ. Так, что у меня там дочка кричит? Не знаю, вроде должна была йогурт кушать, а не дискотеку устраивать. Так, окей, АБ-3. Слушай, ну вообще изи. Изи с космо проходится, ребята. Видать, с космо я еще не пытался волны пройти. Ну ты посмотри, ты просто посмотри. А, там дочка в супергероев играет, я понял. Снова у нас демон. И как бы нам плевать на него. Не знаю, он тут героев каких-то ушатает или нет. Е-бой! Нормально. Так, АЦ волна. Козьм, ну давай не останавливаемся, фигачим, смотрим, что из этого получится. Снова бац, там пол пачки нету, другой пачки нету. Просто ускорение включаем и смотрим, как проходятся все волны. Ой, бля. Так, нормально. АЦ-3. Тоже изи просто прошли. АЦ-4. А, ну, тут, смотри, тут на АЦ-4 и демон, и дядька с мотыгой. А, вот, тут у нас, вроде у него включалось отражение, но, грубо говоря, демону это не помогло. Вот сейчас отражение. Мы справимся? Потому что у нашего космо вроде не было проклятого доспеха, еще чего. Ну, как-то странно. Ну, вроде отражение включалось, что мы не откисли от него? Но там герои 2 минимум откисло. О, тут уже жестко начинается АД-волна. Тут уже здание нам выносят. Нормально. Ну, хотя, в принципе... Так. Вот сейчас мы можем, да, потерять здание. Надеюсь, не героев. Так... А это АД-4 волна. Нам главное, чтобы с этой правой стороны никто не зашел. О, супер дракон. Не, ну они с нужной стороны зашли. Здание не ушатают. Изи, изи, друзья. Просто изи. Вообще огонь. Ну, елки-палки, как я рад. Космо, космо решает. Если бы не космо, мы бы не прошли бы. А Е-волна. Слушай, ну это круто. Ну, вряд ли мы, наверное, Е-волну пройдем. Будем проходить до того момента, пока космо не убьют. А космо-то у меня, в принципе, он, грубо говоря, без таланта.
Ну, окей. А Е4 волна, отражение. Но мы справляемся. И не даем включиться даже. Ох, хотя у нас никакая землеройка не стоит. Ну, интересно, что будет на Е5. Ну и чё? Ну и чё? Изи просто. Изи бой. Так, отлично. Надо еще в кошмарке будет пойти тоже. Но уже не сегодня, уже какой-то другой день, друзья. Супер дракон отсасывает. Отсосал сразу. Ну и демон, смотрите, очень быстро получает люлей. А Е5 прошли. Ёлки-палки, что-то я думал, на ней мы загнемся. Давай Ф-волна. Это как бы здание просто... Здание, грубо говоря, которое... Ну, у них там, типа, здоровье, как у огурчика. Их разнести как нефиг нафиг. Как мы раньше с этими волнами мучились, а сейчас посмотрите, как все легко и просто. Ну, кроме АФ-волны. Не, ну, все равно все круто, друзья. Посмотри, еще самоцветов наварю. Ну, блин, не сильно много наварил, но... Все-таки надо просветы. Просветы надо качать. Спросите, зачем я тыкве покачаю? А, всем подряд, короче, качаю. 84-й, нормально все. Ай, да. Слушай, я рад. Я... А, подожди, стой. У него стоит нормальный-то... А вот оно что. Я ж ему все-таки поставил, да? Да. А вот потому он и не отрубался. Ему плевать на отражение. Он красавчик. Я думаю, что на этом все. Всем удачи, пока, и пишите в комментариях, на какой вы волне. Чао.